Ивановец устроил в своей квартире наркопритон. Жилище бойцам спецназа пришлось в буквальном смысле штурмовать. В помещении наркополиция застала хозяина квартиры и еще 4 человек. На месте выяснилось, что наркотик здесь изготавливали, употребляли и, скорее всего, сбывали. По информации наркополиции, посещала эту квартиру в основном молодежь. Наверняка в ней кто-то употребил свою первую дозу. Всех 5 задержанных отправили в наркодиспансер. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.